Госдуме изменили порядок работы с массовыми обращениями граждан. В частности, вводится понятие «массовое обращение» по одному и тому же вопросу. Теперь они будут регистрироваться под одним номером и получать один ответ. В правилах закрепляется, что обращение граждан рассматривается в течение 30 дней, но депутат или служащий аппарата вправе продлить этот срок на 30 дней. Кроме того, депутаты и госслужащие могут принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином или организацией, если в письме содержится вопрос, на который им неоднократно давались ответы по существу и при этом не приводится новые доводы или обстоятельства. Главная тема обращений в Думу – социальная сфера. К любому общению важно подходить грамотно и действовать четко, особенно если речь идет о письменном взаимодействии с учреждениями, организациями и органами власти. Законодательством прямо предусмотрен порядок решения вопросов граждан путем их личного обращения либо уполномоченного представителя. Об этом гласит федеральный закон номер 59 о рассмотрении письменных, устных и электронных обращений, зафиксированных и полученных в установленном порядке. Продолжим разговор с нашей гостьей. В студии Наталья Коваленко, депутат Законодательной Думы Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Наталья Ивановна, доброе утро. Получается... Поступают сообщения, обращения и прочее, прочее. Вот как много их приходит? За 3 года моей работы мне пришло около 500 обращений. С 1 января 2022 года по сегодняшний день 124 обращения от граждан. Активнее становятся граждане? Ну, в принципе, особого всплеска активности... Ну, такого резкого, не ожидается, да, скачка какого-то. Не наблюдается, но бывают моменты, когда эти всплески происходят. Это весна и осень. Типично. Да, потому что в основном это проблемы ЖКХ, и поэтому они проявляются. А вам обращаются жители, прошу прощения, только вашего округа или к вам разные люди идут за помощью? Ко мне обращаются разные люди, хабаровчане, причем их примерно 50%. А жители моего округа их немного меньше, как ни странно. И также жители России, что интересно. То есть не только нашего региона. Даже из других. Да, да. А какие темы? Вот мы сказали в подводке, что социальная. Так ли это? Или, может быть, еще какие-то есть другие вопросы? Ну, если брать во внимание то, что общественную деятельность я представляю как зоозащитник тоже, ко мне где-то порядка 50% обращений приходит именно по животным. По-разному. Причем это дикие животные, домашние. Остальные вопросы, они касаются, да, социальной сферы, это ЖКХ, образование. Каков вообще порядок работы вот с такими обращениями? Гражданин может встретиться со мной на личной встрече. Угу. Примерно раз в месяц я провожу у себя на округе такие встречи. Мы совместно с депутатами тоже с моего округа проводим. А также вправе написать письмо. Можно через Думу, можно на мой личный адрес. В работу обращение поступает тут же. Если необходима консультация юриста, я провожу эту консультацию, собираю информацию, далее смотрю, в какие органы направить за дополнительными ответами обращение, и в результате выдаю его, стараюсь делать быстрее, не в течение 30 дней, если получается, то гораздо быстрее. Вот, выдаю ответ уже гражданину, обратившемуся к нам. Мне стало интересно, вы говорите, что к вам обращаются также из других регионов нашей страны. Это просто, видимо, вы очень хорошо работаете, вы знаете, что вы можете помочь, и к вам обращаются? Ну, из других регионов ко мне обращаются исключительно по животным. Mm-hmm. Uh-huh. Вот, я правильно же понимаю, да, вот законодательство нашей страны, оно позволяет любому гражданину обратиться к своему депутату, да, вот с каким-то запросом. То есть, и вообще любой человек может попасть к вам на личную встречу. Ну, ко мне может попасть любой человек, но в приоритете у меня, конечно же, граждане моего округа. Само собой. Да. И, соответственно, если у меня есть время встретиться с гражданином из другого округа, да, с избирателем, я это делаю, но график очень плотный, поэтому... Часто времени не хватает. Ну вот мне кажется, знаете, когда у человека есть какая-то проблема, какой-то нерешенный вопрос, он бы и хотел куда-то обратиться, но думает, да, наверное, ничего не разрешится. Вот все-таки, в каких случаях, да, как часто удается найти выход и помочь человеку во время обращения? Ну, помочь человеку в более чем 50% случаев удается, а в остальных случаях... Я даю консультацию, ну, я либо мои помощники дают консультацию, человек, в принципе, видит, что он сам может... Ну, следует, ну, направить куда-то. Да,
механизму какому-то, он сам может добиться решения. То есть без ответа человек не останется? Нет, нет, в любом случае ответ есть. Может быть, нас сейчас тоже люди смотрят, там, а некоторые же как думают, да я не буду обращаться, мол, все равно не помогу. А может быть, у людей есть вот проблема, которую вы уже решили. Вот что в последнее время вы помогли вашим избирателям решить? Какие у меня были проблемы? Допустим, маршрут 118 не перевозил какое-то время граждан. Они ко мне обратились, вопрос был решен в течение примерно 20 дней. То есть были сделаны запросы в Минтранс. Потом, допустим, бытовые проблемы. Улица Вилюйская. А там топило подъезд. И в результате людям вырыли канаву после моего обращения. Вот. Ну, я не понимаю, зачем надо было к депутату, да, обращаться. Но, тем не менее, я помогла решить этот вопрос. Что касается благотворительной деятельности, ко мне... Совсем недавно обратилась группа волонтеров «Золотые руки ангела». Это всероссийская организация. И здесь у нас открылся так называемый филиал. Эти люди, они помогают мобилизованным дополнительно экипироваться. Вот сейчас они шьют пятиточечники, это очень нужная вещь. По-моему, вы даже сюжет делали, да, на эту тему на губернии. Вот они, ребята ко мне обратились, и я помогла им найти помещение, переехать, то есть начать работу. Вот, и, кстати, им сейчас тоже необходимы дополнительно волонтеры, поэтому желающие могут ко мне обратиться, я их скоординирую. Кстати, вот вы говорили, вот не знаете, зачем с таким запросом обращаться к депутату. Ну, вы как депутат и человек, представитель власти, вы более или менее осведомлены, да, какие есть механизмы работы, как что решаются какие-то вопросы. Как часто вы обращаете внимание на то, что люди, приходящие к вам с какими-то проблемами, с какими-то запросами, попросту... Ну, не знают, куда обратиться. Ну, они идут к депутату, а это же можно было просто поднять трубку, например, и позвонить туда, в Минсоцзащиты или в свою управляющую компанию. Вот как вы часто замечаете вот такую неосведомленность? Ну, вот если брать 100% обращение, неосведомленность примерно в 85% случаев, но вот те 15%, люди знают, куда звонить, но, к сожалению, не получают ответ, и поэтому приходится тоже подключаться, и тогда уже у человека дальше идет работа, то есть он сам. А вот в случае вот этих как раз-таки 15% людей, которые стучались в какие-то двери, там звонили по разным номерам телефонов, и вот вы, например, там включаетесь в эту работу, и вот когда вот выясняется, да, что вот, например, вот виноваты вот в том, что не решена проблема, вот этот и вот этот человек, что происходит? Я мимо тебя нет. Происходит, ну, во-первых, я пишу депутатский запрос, то есть сначала гражданин же обращался лично, у него есть 30 дней, чтобы ему ответили. Когда обращается депутат в органы исполнительной власти, депутаты отвечают через 10 дней. То есть, соответственно, это в три раза... Есть привилегии? Да, в три раза быстрее процесс происходит, и, конечно, ну, за месяц уже можно, в принципе, проблему решить, а человеку бы только пришла какая-то отписка. И... Когда мне приходит ответ, я вижу, если это отписка, ну, соответственно, я задаю дополнительные вопросы опять. И мне опять же приходит, допустим, через 10 дней, но опять вопрос решается быстрее, чем у обычного гражданина. Наталья Юрьевна, вам большое спасибо за вашу работу, за то, что вы делаете. Я надеюсь, что впредь все ваши обращения будут, обращения к вам будут выполняться и все получаться. Спасибо. Спасибо большое. Напомним нашим зрителям, что система исполнительной власти нашей страны устроена таким образом, что вы можете обратиться всегда к своему депутату. У нас в гостях была Наталья Коваленко, депутат Законодательной думы Хабаровского края.